Внимательно смотрите, идиоты, вот в чем между вами разница. Дисциплинированного ребенка, который усердно учится, видно издалека. А дети матерей-одиночек, отцов-одиночек. Теперь еще и сироты создают проблемы. Вы пустое место. Я просто не знаю, что с вами делать. Я неправильно решила уравнение. Что? Я решила его так, потому что думала, что такого решения ждете вы. И что? Утверждение, что сумма трех векторов равна или больше, чем сумма двух векторов, верно, когда третий вектор имеет определенную величину и направление. Если z равно нулю, то суждение противоречиво. Тишина! Почему противоречиво, если ты решила все? Ты права, садись. Это решение похоже на вас. Что? Проблемных детей плохо воспитывали дома. Он перелез через стену и сдал тест, значит, он взломал замок учительской. Вы выбираете лишь тот ответ, который устраивает вас. Эй, новенькая. Стоило немного похвалить, а ты тут же зазналась. Перед тем, как пройти в учительскую, он долго размышлял, как же вы выглядите. Разве не странно, что при этом он умудрился украсть вопросы к экзамену? Я не говорю, что это нормально списать у соседа, но сравнили ли вы его ответы с ответами того, у которого он, по его словам, списал, прежде чем его оскорблять? Эй! Как ты смеешь? Что ты пытаешься сделать, а? Я не хочу его защищать, но вы смотрите на нас высоко и применяете силу. Учителя не должны так поступать. Она спятила. Сидите смирно. Смирно! Если это не его рук дело, тогда чьих? За день до экзамена кто-то взломал замок и пробрался внутрь. И ты все еще считаешь, что это не он? Эй! Ты сказала, что хочешь быть прокурором, да? В зале суда. Лучший способ доказать невиновность. Это выявить преступника. Я так и сделаю. Ты? Да. Если найду его, вы извинитесь? Пустое место, необразованные дети матери-одиночек и сироты. Извинитесь перед всеми за эти слова. Верните конфискованные телефоны. И комиксы тоже. Мою сумочку. Мою косметику. И мои бигуди. Верните все. Верните! Почему такая умная девочка так обозлилась на сказанные мной слова? Так что я провел расследование. Ты впечатляешь. Одинокие мамы и папы ничто по сравнению с твоими. Что же делать? Ты так усердно училась, чтобы стать прокурором из-за твоего отца? Я очень интересуюсь социальной сферой. Неудивительно, что имя твоего отца показалось мне знакомым. Я ведь прав? Юнте. Из учеников никто не крал экзаменационные вопросы. Но... это сделал учитель. Что? Что она имеет в виду? Что она сказала? Что? Правильные ответы были помечены в бланках, и кто-то нашел их в вашем третьем ящичке. Почему эти помеченные бланки были спрятаны у вас в ящике за день до экзамена? Их было 5. Не понимаю, что ты несешь. А, точно! Забыла сказать, что и имена я видела. Ким Ын Су из первого класса, которая заняла 13 место. Ан Кён Су из нашего класса, который стал 14. Хан Суля из пятого класса, 22 место. Закрой рот! Попали в свою же ловушку. Те, кто набрали баллы благодаря этим ответам, вы и эти ученики настоящие преступники. Я не понимаю, что за чушь ты несешь. Я не хотел этого делать, но моя мама... Закройся, идиот! Боже, это правда? Я тебе сказал виновного поймать, а не книгу писать. Кто, скажи на милость, пробрался в учительскую и видел эти бланки в моем ящике, а? Это... кто это был? Кто распространяет эти слухи? Это он! Верно! Это все я! Я пробрался в учительскую. Увидел их, когда пытался украсть из ящика журнал Hot Lady, а что? Сульский департамент образования обвинил учителя в разглашении ответов. Ответы на экзамены просочились в школе Дэхон. Этот учитель математики сошел с ума. Просмотреть все комментарии.